Готовим порционный салат мандаринка. Для этого нам понадобится куриная грудка, вареная морковка, вареные яички, тертый сыр, укроп и один соленый огурец. Все мелко нарезаем и смешиваем, добавляя майонез, кроме морковки. Морковку оставляем на последнее. На мелкой терке натираем морковку, чтобы получилось как пюре. Полученное пюре разравниваем тонким слоем на пленке. Если вдруг нету пленки, можно взять пакет. Из полученной массы сделать шарик и положить на морковочку и пленочку завернуть. Сделать такой мешочек и разровнять по всей поверхности шарика. Разворачиваем и выкладываем на тарелочку. Готовые мандаринки украшаем листиком петрушки. Приятного аппетита!